Ребята, всем доброго времени, Александр и канал Я Копал на связи. На дворе лето, сезон отпусков, мы едем на море, как видите, квест Q30 поедет со мной, мне очень не терпится походить по пляжу, особенно под водой, окунуть, посмотреть, как он себя ведет, все, что найду, я покажу. Поехали! Здрасте. Ноги покрасьте. Ну вот мы и добрались. Хорошо. Ребята, ну как видите, легким обломом начался наш отпуск. Ехали мы, ехали. И вот мы приехали. Значит, первый день, ночь, всю, да и второе утро, вот видите, погода вообще была дрянная. То туман, то дождь, ночью гроза, вода ледяная, на пляже почти никого. В воде тем более, то есть очень холодно. Ну, так как мы уже приехали, прибор приперли и очень хочется покопать. Одеваем теплую флисовую кофту. Ну и чешем по пляжу посмотреть, может все-таки что-то найдем. Поехали. Можно еще походить. Прям на чем-то стоишь. Сейчас. Ну. Вот это да! Бедноватенько. Там еще надо пробить, еще что-то было. Дальше, оно может быть глубже. Стой, поинтером. Ух ты!
О-ля-ля! Друзья, ну, сами видели, копнули немного ходячки. Дальше пошел сплошной мусор. Показывать особо нечего. Погода так себе, находки тоже не айс. Ну, в общем, настроение сами понимаете. Немного позитивщика, познакомился с молодым комрадом. Мелкому батя подарил прибор. Там ходили, копали, пообщались. Прикольно. Вот. Также видел матерого парня. Вот он в воде по грудь ходит, суккубом в гидрокостюме. Прибор там, будь здоров, ходит, золото долбит. Что, кстати, объясняет отсутствие находок на данном пляже. Поэтому, друзья, походив еще некоторое время, я принял решение заканчивать поиск. Монет, находок мало, комрадов много, пляж грязный. В общем, пожалуй, на сегодня хватит. Единственное, у нас тут напоследок с коллегами возникла дискуссия. Молодой комрад обнаружил сигнальчик, мы его посмотрели. Оказалось, что-то черное, скорее всего, труба, глубоко, решили не копать. Чермет сегодня не цель. Вот. Поэтому с ребятами мы прощаемся, на сегодня, пожалуй, хватит. Ну, иногда вам надо. Все, побежал я. Сюда, чувак, сюда. Давай, не теряй настрой. Утром, друзья, схватил прибор, побежал на море, хотел походить под водой. Однако через пару часов море выглядело так. Как видите, друзья, море волновалось нехило, однако прибор я все равно собрал, так как мне надо было посмотреть, как он ведет себя в морской воде. Собственно, что хочу сказать. Прибор достаточно стабилен, ведет себя неплохо, насколько я смог разобраться. Вот. Но по погоде у меня вообще ничего не получилось. Когда, казалось бы, небольшие волны, ходить с прибором и вести поиск по дну практически нереально. К тому же у меня не было с собой скуба, а без него там вообще ловить нечего. Это, кстати, вот вам мой полезный совет. Вдруг кто так же, как и я, собирается пропетлять, не получится. Если хотите искать по дну, нужно скуб. Вот, ну как бы ничего не нашел в этот день, прибор посмотрел, люто находился, оно так подкидывает, вы можете на видео посмотреть. Ну как бы все, поговорил еще с одним коллегой, так сказать, обсудили, поговорили о наболевшем. Издалека. Не, квест не 30. Только он. Ну и все, на этом был поиск закончен. Все, что нашел, вот посмотрите на видео. А я оставшиеся пару дней показал жене и дочке Одессу. Собственно, за этим машину и волокали на платформе. Ну вот, ребятки, и все. Вот такой вот у меня получился ролик. Подписывайтесь, будем вместе искать, смотреть. Все, что буду находить интересного, буду показывать. Всем пока!